В этом видео мы расскажем вам про элементарную простейшую подкормку, которая поможет герани не лысеть, сделает пеларгонию зеленой и очень яркой. Цветение будет очень ярким и пышным, если раз в две недели добавлять в поливную воду по 10 капелек простого гумата калия, продающегося в любом садоводческом магазине. Это удобрение поможет укрепить корневую систему и простимулировать ее развитие. Усилит иммунную систему растения, повысит его стрессоустойчивость и адаптивность к любым негативным факторам, таким как нехватка света, влаги и питания. Удобнее всего заказать себе гумат калия в порошкообразной форме. Он продается в небольших пакетиках по 10 граммов. Разводить удобрение надо по инструкции, и в результате вы получите маточный концентрат. Отмеряем 10 капель, разводим в воде и вносим вместе с обычным поливом. Если же вы купили гумат калия в жидком виде, то надо тщательно посмотреть инструкцию, ведь продается и готовый к использованию раствор, и маточный концентрат. Если купили концентрат, то добавляем 10 капель на 2 литра воды и смело поливаем этим объемом до 20 растений. Если надо меньше удобрения, то делаем раствор пропорционально. Продолжать несение гумата калия можно весь год, но зимой сокращаем регулярность и объем в 2 раза. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.